На работе эти ребята проживают, кажется, целую вечность. И вечность это совсем не мирная. И все же в буквальном смысле ходить под пулями для бойцов не более чем издержки службы. Собственно, как и ежедневные многочасовые тренировки, которые требуют немало сил и сноровки. В их деле все должно быть отработано до мелочей, просчитано каждое действие. Одних бойцов готовят к работе в полях, других – для спецопераций, а третьих задействуют при устранении массовых беспорядков. Экипированы ребята в соответствии с предназначением. К приличному весу своего обмундирования бойцы привычны. Тем более, не вся ноша так тяжела. Вот «Беркут» за что уважаю. Они 3 месяца вот так жили и спали так. 12 часов. Он толпу сдержит. По той же схеме были экипированы и украинские коллеги, которые сдерживали толпу на Майдане. И в буквальном смысле слова – горели на службе. Этот печальный опыт учли. И сейчас на 4 росгвардейцев обязательно приходится один огнетушитель. Экипировка легкая, удобная. Она не тяжелая, она пластиковая. Вот эти специальные штуки, они, чтобы вам не сломали кисти. Вот это вот обычно при массовых беспорядках людям стараются сломать голень обычные. Ну, прутами или что, вот как на Майдане было. Вот это все примерно. Ну, щит, допустим, защищается от камней. Если одни в полной готовности идти в рукопашную, другие вооружены, что говорится, до зубов. Боец, который участвует в спецоперации, экипирован в основном оружием. Огнестрельным, колющим, режущим. Чего не скажешь о снайпере. Главное его оружие – остаться незаметным. К слову, талисманы свои бойцы тоже камуфлируют. К примеру, еле заметный значок Че Гевара на винтовке. Как правило, на спецзадание бойцов отправляют на «Тигре». Сегодня на вооружении машина 5-го класса. Пробить ее броню автоматной очередью невозможно. В том и преимущество. Данный автомобиль управляется очень легко, как бы комфортный автомобиль. Все мягко, плавно, везде гидроусилитель, как бы комфортная машина. Однако «Тигр» не для каждодневных поездок и уж точно не для езды по городским улицам. Практически каждый день росгвардейцы задействуют авиационный отряд спецназначения. Помогают правоохранителям обнаружить угнанный автомобиль в отстойнике, помочь в раскрытии других серьезных преступлений. Сверху виднее. Марина Лиханова, Максим Лобачев, ЗапТВ.